Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? У нас сегодня очень хорошее настроение, а внуки мне заказали грузинское ачма. А что бабуле придется делать с невесткой? Конечно, готовиться. И так мы и начали. Что для этого нужно сегодня? Кофе выпили? Я тоже выпила. Сейчас еще второй раз буду пить с вами, конечно. Смотрите, что для ачма нужно? У меня, конечно, в ленте есть. Ну, тогда у меня было очки, немножко уже старые. Хочу для вас новый рецепт снимать. Рецепт-то у меня есть. Ну, покажу, как я это делаю. Смотрите, у меня нити холодильники уже как бы много остается вечно. Я его посолила, чтобы она была чуть-чуть соленой. И она не соленая была. Морозильники, у кого хранится, сулугуни, чечила, вот такой адыгейский, сыры выдержанные. Все помыла, посолила, поставила. А масло домашнее, помните, я с вами делала. А вот видите сегодня, как хорошо, мы будем ачму делать с домашним маслом, который вы видели все. Хочу вам сказать и пожелать хороший день, хорошее настроение. А если у кого сейчас сразу поднял настроение и хотите со мной готовить ачму, встали и вместе готовились. Желаем вам хороший день, хорошее настроение. В конце дня покажем, кто что готовила. Согласна? Поехали! Обязательно просеиваем муку, дорогие мои, чтобы она была шикарное тесто. У всех получится. Такого человека нету, что попробует на мой рецепт и как я готовлю. Перед вами все с нуля до конца, чтобы не получилось. Такого еще нету. Так что готовим с любовью и продолжаем дальше. Жидкие ингредиенты я все мешаю с яйцами. То есть здесь 100 грамм воды обычной домашней, 50 грамм масла, чайная ложка соли и 7-8 яиц. Вот сюда. Сделаем тугое тесто. Ну, всего нужно килограмм муки, дорогие мои. Смотрите, тесто у нас готово. Она и тугой, и заодно еще и мягенький. Видите, какая структура получается. Шикарно. Дам немножко отдохнуть. Смотрите, какая шикарная. Смотрите. Люблю. Шикарно. Отдадим полчаса отдохнуть и начнем работать. Поставили водички, чтобы кипятило. Поставили масло, чтобы потаяло. И поставили холодной водой. Здесь будем варить, здесь будем полоскать. Но эту воду надо часто менять, чтобы всегда было холодной. Прошло полчаса, моя тесто отдохнуло. Хочу вам показать, какая тесто стало. Чуть-чуть вот так сделала. Смотрите, какая мягкая, эластичная. Она вообще-то на меня похожа. Мягенький, пухленький, шикарненький. Сейчас поделим 7 частей и будем делать шарики красиво. Раз. Смотрите, какая красота. Смотрите внизу. Вот так. Вот видите? Оп. Два. Дорогие мои, у меня получилось 7 штук. Сейчас будем начинать. Смотрите, какая домашняя, натуральная. Что лучше есть на этом свете, когда делать со своими руками, дорогие мои? Я горжусь. Красота. Пошла жара, Света. И руками сейчас туда пойдем, Света.
Вот смотрите, вода уже кипит, дорогие мои. Вот так. Вот так. Красота. Опа-на. Вот так красота. 2 минуты и дела, все готово. Воды поменяли, чистенько. Здесь воды добавляем современным, потому что она исчезает. Вот она, собралась. А красота. Раз в холодную воду. Купайся. Как красиво. Остывшая, холодная водичка. Такая красота. Смотрите. Все, остыло, смотрите. Собиралась, собирала. Оп, раз. И потекла водичка. Все, дорогие мои, мазали противень масло и хорошенько. И вот гармошкой вот так делаем. И делаем одушевое масло. Здесь масло не надо жалеть. Да, я понимаю, это жирное. Ну, это такая вкуснятина. Вторая слой. Смотрите, не переживайте. За гармошки не переживайте. Где-то дырка-мирка, не переживайте. Одушевое масло, чтобы она потекла. 2 ряда уже делаем. Сыр от души. С любовью самое главное. Вот так. Закрываю. Сделаем гармошечка. Масло настоящее. Не надо жалеть. Масло же домашнее. Я с вами готовила. Вкуснятина. Вот так. Масло должно стоять. Берем второе тесто. Потому что она тоненькая. Сделаем двойной. Сделаем вот такой шикарный. Смотрите, какое тесто. Красота. Вай, чутоги. Вай, 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 вай. Эсинч хамер, эсинч геретик. Эсинч хорошк, мехорошки, хорошк. Маслом шикарно. Чопик-чопик с маслом. Сейчас идет у нас вот такой слой света. Уже забыла. 4-е. Это у нас 5-й слой. Смотрите, какая красивая. Красивая, как хозяйка. Какая красота. Сделаем гармошки. А песня есть, и света гармошки. А я играю на гармошке у прохожей на виду. К сожалению, днем рождения только раз в году. Вот так. Идем с края. Вот так, вот так. Красивая, красивая, красивая. Я делаю для своих детей. Вот. И делаю с любовью самое главное. Смотрите, уже вода не течет. Вставляем серединочку и делаем гармошечку. Смотрите, какая красивая. Это у нас, да, 6-й пласт. Делаем опять масло шикарную домашнюю. Хорошенько. И последнее тоже накрываем только уже не вареное тесто, уже будет просто сырое тесто, как крышечка. Видите, какая классная. Это последний слой. Старалась сделать квадратненький, чтобы вот так открытый не осталось. Попробуем, у меня получилось. Последний слой ставим не вареный. Сейчас чуть-чуть раскатаю, чтобы она стала широкой. Ну, желательно, чтобы не дырявить. Не дырявить. Все, я думаю, вот этот слой вот так надо закрывать. Просто шикарно. Это просто слова нету. Это как крышечка. Смотрите, как красиво. Сейчас вот этот берем и вот с этими лопатками все вот так пихаем сюда. Все, вот так. Никакой силы не пользуем. Видите, как получается? Самое главное делать с любовью. Оно у вас все получится. И дырявый не будет. И ногти не будет мешать. И фартуки не нужно будет. И колпак не нужно будет. Ведь мы делаем для своих детей. Ничего страшного. Смотрите, как красиво получается. Вы видите, как? Сейчас будет просто необыкновенная грузинская ачма. Обана! Будем танцевать? Если у меня будет все хорошо, будем танцевать. Хоп-хоп-хоп! Сейчас надо красиво резать. Смотрите, какая красота. Будет, если что-то криво, не
ну ничего страшного. Может быть криво, потому что я как бы не специалист, ну вроде ничего. Шикарно. А теперь, ну-ка давай спрятайся. Чё ты вышла наружу еще рано? Представляете, как она вкусно будет? Масло, конечно, сыр, слоёное варёное тесто. Еще бы нет. Лучше, чтобы они были равномерны. Ой-ой-ой, какой тяжелый. Поставили духовку на 200 градусов на 40 минут, дорогие мои. Время уже мазать. Сейчас мы снимем нашу красотулю. Какая она красивая. Так, закрываю. Сейчас будем мазать масло, чтобы она была румяная, красивая, как хозяйка. Вот. Смотрите. Масло не жалеем. Смотрите, какая красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Синчекатар мастер. Что это за красота, а? Как не кушать такое вкуснятину? Каждый день, да, это будет сильно чересчур жирно. А год два раза, полгода раза, позволяйте. Ашхара мермелька. Готовьтесь, кушайте с любовью. Мам, вайчутоги как переводится? Вайчутоги. Вайчутоги, те, которые смотрят меня и хотят кушать, и не может кушать. Вай. Все. А ты жалеешь, да? Конечно, жалею. Я бы всем бы кормила с любовью. Всем бы угостила. Смотрите, какая красота. Что это такая? А самое главное, что здесь? Все натуральные продукты. Я когда вот такие вещи делаю, вспоминаю, как наши бабушки, свекруха, свекор сказали, что мы всегда ели. Все натурально. Все, мы закончили. Осталось 10 минут до румяночка. И все. Ой, какая она тяжелая. Поэтому все готовили с любовью, дорогие мои. И всем советую. Hi na ni na ni na ho, na ni na ni na ni na ho. Hi na ni na ni na ho, hi na ni na ni na ho. Hi na ni na ni na no, hi na ni na ni na ho. Hi na ni na ni na no, hi na ni na ni na no. Hi na ni na ni na no, hi na ni na ni na no. Видите, какая у нас красота получилась. Я вот сейчас думаю, как мне резать, чтобы не сгореть. Вы представляете, я хочу вам показать. Она горячая, но придется вам хоть одну. Санчей катаргам, Пятигорску. Ой-ой. Лай-ла-ла-лай-ла-лай-ла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 
Ой, Господи, как готовила с любовью, это вы просто не представляете. Вот такая красота. Пах, 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 вы посмотрите, какое богатство. Сыр в масле купается. Это настоящий грузинский ачма. Грузине докажет. Видите, что творится? Сыр наше, молоко наше, масло наше, что еще? Яйца наше. Что еще нужно для хорошего жизни? Только наслаждаться.